так она, у меня очень много косметики, которые уже прошли срок годности, а на самом деле многие кореянки не бросают косметику, которые уже прошли срок годности, а потому что мы можем восстанавливать их или можно по-другому использовать. Не бросайте, пожалуйста, просроченную косметику, это можно использовать. Покажу вам корейский лайфхак. Первый – это кушон. У меня кушон срок годности закончился, но не только закончился, у меня кушон нету, ничего не осталось. Откроем кушон. И у меня BB-крем, который срок годности еще не закончился. И положим тут. 1, 2, 3. Еще. Это сыворотка. Смешиваем. И потом, если у вас есть мисты, тогда укрепляем. 1, 2, 3. Тогда посмотрим. Вау, уже много эссенс. Вот там можно заново использовать кушон. Тогда второй. У меня мист закончился, а можно тут пополнять тонер и сыворотку. Тогда можем еще делать сами мист. Вот это пустая бутылка. И вот это тонер, который я использую. Откроем тонер, откроем бутылку и положим тут. Все наливала тонер, потом нужно добавить сыворотку эссенции. Тогда это можно в любое время использовать. И смешивайте хорошо. Та-дам! Мист готова. Когда вы чувствуете, что у вас кожа сухая, тогда можно... Близко! Третий. Это тушь я купила в России, но уже очень давно не использовалась и очень твердым стала. А это можно использовать для расчески ресницы. Вот откроем тушь и зажигалка. Эту часть мы будем зажигать. На самом деле это легко. Если вы хотите подтягивать ресницы, вы знаете, в Корее визажисты, когда они поднимают ресницы, они зажигают палочки и вот так поднимают. Я бы сказала, что это одноразовое ламинирование для ресницы. Еще, что нужно делать, когда вы выбирали неподходящий тон? Тональный крем темнее или светлее, чем ваши тона, тогда можно такой способ использовать. Это тональный крем. Помада. Любой помада вы можете выбирать. Смешиваем. Важно регулировать помады. Сравниваем с оригинального тона. Немножко ярче стало. Если вы хотите делать румяну, тогда можно так. Я делала немножко светлее, вот это оригинальный цвет, а вот это, который я смешивала с помадой. Но если вы хотите темный тон, тогда можно темную помаду использовать. Последний. Просроченная. Да, я всегда путаю это слово. Просроченный солнцезащитный крем. Это никогда не бросайте, пожалуйста. Конечно, опасно для вашей кожи, но... На самом деле, это очень полезно использовать в нашей жизни. Например, у вас ножница, тут стикеры есть, да, можно так делать. Вот это ножница, которая очень липкая, тогда можно наносить солнцезащитным кремом. С салфеткой очистить. Это чаще тоже. Сейчас очень хорошо работает. Этот способ можно использовать, когда вы хотите оклеить стикеры, и там остатки есть, да? И когда вы хотите убирать это остатки, можно использовать солнцезащитный крем. Еще солнцезащитным кремом можно чистить обуви. Еще очень хорошо, когда очистить обуви или кожаные вещи. Вот, да, это мой обуви. Очень чисто стало, да? Вот это была лайфхак от кореянки и как можно использовать просроченные косметики. Надеюсь, что это было полезно для вас. Если вам понравилось, ставьте лайк, пожалуйста. И если вы хотите еще такой лайфхак, тогда пишите, пожалуйста, под комментарий. Хорошего дня или спокойной ночи. Аня!